Символ памяти и свободы. В Донецкой Народной Республике торжественно открыли аллею в честь защитников Донбасса. В центре города высадили кленовые саженцы. Аллея памяти посвящена всем героям, павшим в боях за Донбасс. Сегодня на открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Память – это общая. Народ, который не помнит своей истории, не помнит своих защитников – это не народ. Любая нация, которая забывает, это нация проигравшая, и существовать она не имеет права вообще. К сожалению, в Украине этого сейчас забывают, но вот на этой земле это помнят. Мы другие, мы не забываем свое прошлое, никогда не забудем.